Со слезами на глазах. В Харькове избрали меру пресечения для Тиграна Янгибаряна. Это молодой парень, который 2 дня назад на пешеходном переходе насмерть сбил своего сверстника. Видео этого ДТП появилось в соцсетях. Пользователи утверждают, что Янгибарян лихачил на этой машине без прав еще со школы. На судебном заседании побывала Светлана Шакера. Это ДТП произошло во вторник днем. Его зафиксировал авторегистратор. 17-летний Владимир Виношкин умер в карете скорой помощи. Водитель «Тойоты» скрылся, но его нашли. Это Тигран Янгибарян. Ему 18. Сегодня на скамье подсудимых перед десятком видеокамер он не выдерживает. Ой, много, как я. Мне жалко очень. Он такой же молодой, как я. Очень хочу извинить. Лучше бы я был на его месте. Рядом родители Тиграна. Отец кивает в том, что случилось, есть и его вина. Парень лишь месяц назад получил права. Правда, что он водил еще из школы? Нет. Вы певні были, что ему можно доверять автівку? Тобто он добре водил? Тигран рассказывает в суде свою версию случившегося. Хотел объехать машину. Думал, проскочу на зеленый свет. Вышел на встречный путь, чтобы объехать машину. Потом выбежал. Молодой хлопец. Такого я не хотел. Потом я дуже испугался. Уехал. А когда понял, что случилось, я решил сам. Меня никто не заставлял, никто не поймал. Я решил сам прийти. За все свои поступки. Следователь предоставляет справку. Янгибарян за 3 года 18 раз выезжал за пределы Украины, а значит, может скрыться от следствия. Поэтому прокурор просит самую суровую меру пресечения. С места дорожно-транспортной події Янгибарян зник. А по-дальшому его было установлено полицией. Прошу обрати меру запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою без визначення застави. Адвокат предоставляет положительную характеристику от соседей и просит о круглосуточном домашнем аресте. Ему только месяц назад выполнилось 18 лет. Ну, я бы сказала, что это дитина еще. И мне очень не хотелось бы, чтобы он вот сегодня потрапив до криминального злочинного середовища. Но скидку на молодость водителя суд не сделал. Тиграна Янгибаряна отправили на 2 месяца в СИЗО. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков.